Аппарат для радиочастотной абляции, УЗИ экспертного класса и эндоскопы поступили в онкологический диспансер ЯО в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». На закупку необходимой техники выделено свыше 111 миллионов рублей. До конца этого года все средства будут реализованы. Запланировано купить 29 единиц новейшей техники, 27 единиц уже законтрактовано, некоторые пришли, уже введены в эксплуатацию. Наши врачи успешно используют эту технику в работе. Онкологический диспансер уже второй год получает доукомплектацию эндоскопического оборудования. В прошлом году благодаря федеральной программе закупили стойку и 3 эндоскопа. В 2020 году диспансер получил уже 11. Уникальными из полученных 11 эндоскопов, я считаю, это эндоскопы эндоузи, благодаря которым мы можем из просвета органа посмотреть УЗИ-изображение, то есть изображение прилежащих органов. В онкологическом диспансере прошла операция с использованием аппарата для радиочастотной абляции. Как рассказал врач-онколог Андрей Ерофеев, это необходимая техника, позволяющая делать органосохраняющие операции. Раньше, если нам требовалось это все дело иссекать, удалять с частью органа, с большей или меньшей, то теперь, в принципе, орган остается на месте, а опухоль, ну, в буквальном смысле, она вываривается, выжигается, и потом просто превращается в рубец и требует наблюдения. Программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» реализуется с прошлого года. Президент России Владимир Путин поручил направить на борьбу с онкологическими заболеваниями не менее 1 триллиона рублей. Большая часть средств направлена на Дальний Восток. Ольга Тимченко, Дарья Куприна, Кирилл Богаченко, Новости 21.